Песенка называется «Life is good». Посвящена она концу света, который в 2012 году так и не случилось. А можно чуть-чуть с Сашиной гитары Родовского убрать вот из левого монитора и мою добавить сверху? Ариэль, спасибо. Всем привет от Кена Кейзи. Мир один сплошной дурдом, по планете бродит кризис. Словно шизик с топором косит биржи по приколу. На ходу выносит нос, запивает кока-колою. Глобальный передоз, кто уже слетел с катушек, кто подсел на порошок. У меня в ушах беруши, мне в берушах хорошо. Я побрил с утра гипофиз, сдал анализ на фигню и послал свой офис-шмофис на 10-е авеню. Грохнул профиль на ютюбе, сам забанил всех гостей, раздолбал свой старый бьюик. А гидрант Empire State дунул чертом в табакерке через паркинг на хайвей. Оказался в Альбукерке через 80 дней. Там оброс как Че Гевара, сразу бросил жрать паспу. Нацарапал на гитаре жачный слоган «Life is good». Распрощался с лишним весом, чуть поправился в уме и купил себе с медвесом за 14 улье. Присяжным на суде жил с мормонами в Миссури. Спал в коллайдерной трубе, пару лет бродил в Тибете. Пил с магнатом и с трущоб, в Гималаях трогал йети. Просто чудом не огреб, ее смех гаражных сейлов. Знал Гамору и Содом, написал тупой бестселлер про второй Армагеддон. Задержался в Древнем Риме, обучал друзей кунг-фу. Обо мне, как перед Риме, столько лет не несли кунг-фу. Сам себе теперь наратор, сам мессия, поводырь. Самый главный терминатор, самый-самый мой надыр. Причищаю всех попкорном, обращаю нефть в кино. Помню даже Милош Форман, звал меня снимать кино. Я ответил поздно, парень, тихий денег не беру. Всем нам завтра наступает окончательный ревун. А коляски до Китая кто-то там встанет на пистон. Между телом пролетая над кукушкиным гнездо. Всем привет! Это Лена Александр, Саша Родовский, которые остановились. Спасибо, ребята. А на сцену приглашаются наши гости из Москвы.